Не намучаешься, не станешь Буддой. Так же и у бойцов. Не побываешь в реально жестоких боях, не прославишься, как великий боец. Приветствую вас, разящие иголки ели. С вами Федорович, а в этом видео мы продолжим наслаждаться поединками Икухисы Миновы по прозвищу «Убийца гигантов», который, имея рост всего 175 сантиметров и вес около 85 килограмм, дрался с самыми здоровыми верзилами ММА с ростом за 2 метра и весом более 150 кило. Ну а первую часть видео про этого мастера вы можете посмотреть в конце ролика. Возможность медицины безгранична, ограничены только бюджеты пациентов. А возможности бойца беспредельны, но их предел определяет другой боец. 26 мая 2009 года, Япония, турнир Dream 9. Соперник всем вам хорошо известный монстр-качок Боб Сап с ростом 196 сантиметров и весом в 160 килограмм мышечной массы. Этот турнир представлял собой гран-при из 8 участников с открытым весом, одним из которых и был Минова. Но с первого же боя ему в соперники достался перекачанный монстр Боб Сап. На тот момент Бобби еще не славился плаксивым мешком, а был очень перспективным и эпатажным бойцом, который дважды победил Эрнеста Хуста и имел рекорд из 10 побед и 3 поражений в ММА. Так что на мелкого Минову никто не хотел ставить даже сдачу с пива. Нельзя подняться, если не упал, а нельзя стать великим, если не выходить на бои, в которых в тебя не верят. С первых же секунд сам зверь перевел бой в партер, наверное, в надежде задавить малыша своей массой, и в этом был резон. Но только Бобби забыл, что именно партер является коронкой японца. Уже на второй минуте боя Сап постучал от боли, а маленький Минова слушал, как весь зал скандировал его имя. Пока 7 раз отмеряешь, другие отрежут. Поэтому бойцу нельзя долго примиряться, а нужно сразу бить. 6 октября 2009 года, Япония, турнир Dream 11. Соперник – корейская Годзилла Хонг Ман Чой с ростом 218 сантиметров и весом 160 кило. После победы над Бобби Минова вышел в полуфинал этого же гран-при, где ему и встретился мощнолапый кореец, который в четвертьфинале разделался с Хосе Консекой за 1 минуту. Конечно же, Минова, который был в 2 раза легче и на полметра ниже, снова был явным андердогом. Достаточно было посмотреть на этих бойцов в ринге, чтобы определить фаворита. Кореец, не напрягаясь, лоу-киком пробивал бы в голову японцу. Но это ринг, а значит, не все так однозначно. Пока не поднимешься в горы, не узнаешь высоты неба. А пока не склеснешься с бойцом в ринге, не узнаешь его силу. Минова решил, что в стойке ему особо делать нечего, поэтому весь раунд пытался перевести Хонга в партер. Но тот был категорически против, и весь раунд пытался от партера уходить. И также пытался пробивать японца в стойке. Так пацаны и отработали первые 10 минут. Второй раунд проходил точно так же, пока за 4 минуты до конца раунда Минова, как пиявка, вцепился в ногу Чоя и все-таки сделал болевой, от которого корейская Годзилла застучала по канвасу. Таким образом, Икухиса отправил в бездну второго гиганта на этом гран-при и вышел в финал. Если не можешь вытерпеть малого, нечего мечтать о больших успехах. А если боец не может терпеть боль на тренировках, то в ринге ему делать нечего.
31 декабря 2009 года, Япония, финал Гран-при Dream. Соперник – камерунец Рамос Окуджа. На время боя очень перспективный тяжеловес, который за свою карьеру успел подраться в UFC, Беллаторе, Страйкфорсе, Прайде, Дриме и K1. Конечно же, мелковатый Минова в очередной раз выходит на этот бой как явный аутсайдер, но с огромной поддержкой родных зрителей за плечами. Начало боя было очень осторожным, никто из бойцов не хотел лезть на рожон. Но все-таки африканский ассасин пошел в атаку, чем воспользовался убийца гигантов и перевел бой в свой любимый партер. Но в соперниках не медленный тюлень, а настоящий тигр, поэтому Минова слегка пожалел о такой позиции, когда Сакуджо начал бомбардировку лежачего под ним противника жестокими ударами, а потом еще и попытался задушить японца. Так и закончился первый раунд в пользу камерунца. Незамужняя женщина похожа на охотящуюся львицу, а замужняя – на сторожевую собаку. А боец в ринге всегда должен быть похож на голодного тигра, как наши воины. Второй раунд начался под копирку первого, и все повторилось как по сценарию. Сакуджа контролировал ситуацию и отвешивал Минове жесткие плюхи. Хотя в конце раунда у японца был шанс закончить бой болевым, но ему не хватило времени. Третий раунд поразил всех зрителей своей невероятной силой чи, ведь оба бойца решили сразиться на ментальном уровне, используя бесконтактный бой. Вот только беда была в том, что рефери был не знаком с техниками старорусских мастеров и влепил обоим бойцам желтые карточки за пассивность. Но карточки не сломали дух пацанов, и они снова сразились по бесконтакту. Тогда им прилетело еще по одной карточке. А вот уже после этого Минова прозрел и пошел с ударами на Сакуджу. И его усилия были не напрасны, ведь он четко попал левый сбоку, отправив камерунца в нокаут. Таким образом, одержав очень необычную для себя победу ударами и став чемпионом Гран-при. Нет пира, который не кончается, также нет бойца, который дерется вечно. После своей победы на Гран-при Минова не остановился и продолжил драться в разных турнирах, продолжая принимать вызовы и от гигантов, и от равных бойцов по весу. Ему было все равно, с кем выходить в ринг. В итоге свой последний бой он провел 27 февраля 2016 года и закончил карьеру, имея 110 поединков за плечами, оставив в истории ММА свой след как убийца гигантов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, доводилось ли вам драться с гигантами или только с большими беляшами. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в $1 по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Нога где-то, раз-два. Переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Oh, 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 oh.
Идите за америкатор. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, оба. Вот так. Отсюда работаем. Левый в печень, раз. И левой же рукой в голову, два. Уже выравнивая корпус. Делая эту работу направленную на координацию. Ребята стоят ровно и бьют живот просто вниз рукой. Это неправильно. Очень классное упражнение для наработки скорости, точности прямого удара. Вместе. Широко. Вместе. Вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам. Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум. Вернулись в стоечку.